Добрый день, это видеообзор от компании BestTime. Сегодня мы рассмотрим детальные часики Fortune Indy-Haas. Идут они на выбор либо в подарочной коробочке, либо в противоударной упаковке. Материал корпуса и ремешка стальной. Сзади стеклышко, то есть можно видеть работу механизма и автоподзавода. Спереди есть три рабочие циферблата. Это не буляж, они показывают дату, месяц и день недели. Выставляются кнопочками с правой и с левой стороны. Единственное, кнопочки нельзя нажимать в период с 10 вечера до 2 часов ночи. Для того, чтобы завести, буквально 5-7 секунд крутим кнопочку справа. Когда вы будете носить на руке, они будут еще автоматически заводиться от руки. Застежка. Здесь идет двойная застежка, еще в упаковке, так как часы новые. Для того, чтобы открыть, тянем на себя и потом нажимаем две кнопочки справа. На руке они смотрятся не маленькими, но и в то же время сказать, что сильно большие, тоже нельзя. По весу достаточно нелегкие, то есть достаточно массивные часики. Точность хода в этих часиках механизм турбильон, поэтому точность хода достаточно хорошая. Допустимые отклонения от 10 до 40 секунд в сутки. Насчет воды. В этой модельке можно подать под дождь, мыть руки, но так как это механика, то сильно мочить либо плавать мы в ней не рекомендуем. Комплектация. В комплекте идет инструкция, где в принципе написано то же самое, что я вам рассказывал, только более подробно. И гарантийный талончик на полгода, чтобы если вдруг, не дай бог, что-то случилось, вы могли бесплатно поменять их, либо починить. Спасибо, что смотрели наш видеообзор.